Уникальный проект для особенных детей. В кинотеатре «Большой» царит атмосфера праздника и ожидания необычного киносеанса. Сегодня здесь впервые в Ростове проходит презентация благотворительного проекта «Кино для незрячих и глухих». Организаторы с особым трепетом подошли к подготовке этого удивительного мероприятия. Это особый кинопоказ для ребят, которые не видят или видят очень плохо. Мы обратились, по сути, ко всем структурам, которые работают с людьми с такой проблемой. Детей со всей Ростовской области встречали волонтеры ДГТУ. Каждого ребенка они искренне встречали, как давно знакомого, близкого друга. Мне кажется, это очень нужное мероприятие, потому что мало внимания уделяется таким детям. Хотела побывать частичкой и почувствовать себя такого мероприятия. В кинотеатр приехали дети с родителями, группы учащихся, с педагогами из специализированных школ. Очень мало фильмов, чтобы вот так можно было привести ребенка в кинотеатр, и он мог посмотреть фильм «Незрячий ребенок» или с малым остатком зрения. Это очень нужно нашим деткам. Волонтеры ДГТУ каждого гостя провожали в зал, делали все, чтобы участники кинопраздника чувствовали себя как дома. Когда у нас есть возможность оказать благотворительную помощь, мы в любом случае всегда, конечно, идем навстречу. Детки тем более, как бы, приятно нам встречать в кинотеатре в своем таких деток. И, конечно, им будет приятно провести у нас время. Подобные благотворительные проекты проходят по всей России и поддерживаются крупными компаниями. Компания «Мегафон» традиционно поддерживает социальные проекты, в том числе, которые помогают адаптироваться к нашему взрослому миру, детям с инвалидностью. Этот проект, этот показ – это не первый проект «Мегафона» на Кавказе. Мы уже показывали для детей спектакль «Вольки» в Краснодаре и Кисловодске. В этом году в Ростове-на-Дону, по крайней мере, запланировано показ еще там порядка 3 мультфильмов с тифлокомментариями. Конь оборачивается, пугается, отступает. В фильмах для детей с ограничениями по слуху и зрению применяются особые технологии – субтитры и тифлоперевод, устное описание происходящего на экране. Благодаря этому у детей складывается четкое понимание фильма, а изготовлением таких кинокартин занимается благотворительный фонд «Живые сердца». Все дети внимательно следили за сюжетом мультфильма. Мне очень Пегасик нравится, потому что он миленький и ласковый. Понравился эпизод там, где богатыри ловили Потаню. Сегодня дети смогли в полной мере открыть для себя кинематограф. Тебе понравился фильм? Да, понравился. Да. Отличный фильм был. А тебе? Да, отличный тоже был фильм. Еще придете на такие фильмы? Да. 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 Спасибо, что показали этот фильм. После сеанса детей ждал сюрприз – сладкий стол. Тут зрители смогли побеседовать друг с другом, обменяться впечатлениями о фильме. Одним словом, подружиться. Я надеюсь, что это впервые, но не единожды, что кинотеатр «Большой» увидит, как это важно и ценно для этих людей, и будет делать постоянно подобные показы. А мы уж со своей стороны будем работать над тем, чтобы фильмов становилось больше, и людям было все интереснее и интереснее посещать такие показы. Альбина Кислица, Никита Кордо, ДГТУ ТВ.